До вскармливания считаю, что подкладочки и блинчик очень сильно пригодятся. Потому что молочко прилетает. Вот, термометр, когда ребеночка купаешь. Термометр для тела. Вот. Погремушечки. Ребенку, я считаю, будет интересно. Веточка есть. Что там? Конечно, памперсы. Это первая необходимость. Вы уже что-то уже закупили для своих малышей? Ну, понятно, каждая женщина, когда ждет маленького, что-то предварительно покупает. Ну, скажите, это первые годы у вас? Да, это мой первый год. Кто у вас родился? Мальчик. Мальчик, как назвали? Артемчик. Как вас зовут? Аня. А у вас кто? Мальчик тоже. О, как вас зовут? Как зовут? Нас зовут Адоша. А вас? Елена. Очень приятно. А что скажете вы по поводу этих бэби-боксов? Мне все нравится. Это хорошо. Как вы думаете, удобно это использовать как вот люльку? Даже. Очень даже. Да? На первое время, если нет колясочки, да, наверное? Колясочка есть. Но... Скорее всего, если нету кроватки. Да. Да. Угу. Можно будет коробку использовать. Спасибо большое.